Привет, меня зовут Глеб Песницкий, и это мой блог, в котором я делаю инди-игру и рассказываю о своем процессе своим любимым подписчикам. Привет, подписчики! Почему игры? У меня есть амбиции режиссера. Я такой думал, что, когда я вырасту, стану большим и бородатым, то я сделаю свой короткометражный мультик или полнометражный. А потом, когда я стал работать на играх, я подумал, а почему бы и не игра? Игра — это на самом деле круто, это иное взаимоотношение со зрителем. Это когда ты зрителю не просто рассказываешь историю, когда ты даешь еще возможность ему самому в этой истории на что-то повлиять, поучаствовать, и это как будто бы другая глубина, другой уровень. И мне это интересно как автору, как именно режиссеру. То есть для меня игра — это способ самовыражения. И я хочу, чтобы зритель в моей игре как бы соприкоснулся с моим миром, немножко познакомился со мной. И что же за игру я хочу сделать? Наверное, это самая интересная часть. Сейчас будет поток, фонтан. Все вы знаете, есть в Икее такие шкафы. Они такие, как бы в клеточку. И у меня есть такой шкаф. И мои фигурки, которые я делал, они хранились на этом шкафу. Дело в том, что мои персонажи картонные, они очень разные. Они все немножко в разной стилистике. Их объединяет что-то, но как будто бы они вместе не сочетаются. Но я подумал, не беда, что если каждая ячейка будет как бы отдельным мирком, и персонаж может из одной ячейки в другой ходить, и в каждой ячейке будет как будто бы даже меняться, будут разные механики, будут меняться законы какие-то. То есть если это в одной более объемная история, то другая ячейка там будет какой-нибудь более двухмерная или вообще там какая-нибудь пиксельная. А что если персонаж вообще меняться будет? Что если вы начинали там объемным персонажем, а в другой ячейке он такой же, но, допустим, плоский становится или пиксельный? Я не представляю, как это сделать, но мне кажется, это интересно. Все ячейки будут объединены чем-то, то есть, возможно, герой будет перемещаться не просто так, а с какой-то целью. Но в каждой ячейке будет какая-то мини-игра. Мне это интересно, потому что можно попробовать разные стилистики, разные механики. И игроку, наверное, это будет интересно, потому что игра будет разнообразной. Почему я? На самом деле, во многом моя идея черпалась из непростого периода в моей жизни. У меня был сложный период, достаточно депрессивный, разрыв отношений. И как же это связано с игрой? На прошлом своем видео я рассказывал про медитативные техники, когда я погружался в себя. И в результате этих практик у меня вот образовывались вот эти концепты, да, на бумажке. И я подумал, а что если на этих концептах будет основываться моя игра? Возможно, какие-то персонажи будут похожи на мои переживания. Возможно, целые уровни или вообще механики будут как отражать какое-то вот переживание, какое-то чувство. И это делает эту игру очень, очень личной. Это делает эту игру такой, которую только я могу рассказать. Но зачем же это вам? Любой кризис — это возможность научиться чему-то новому. Мы живем в замечательное время, когда рассказать какую-то историю, как-то самовыразиться может любой человек. Не какие-то там звезды, не какой-то бренд, который расписан, может быть, писателями, а это живой человек, который прошел через какой-то, допустим, непростой период. Я думаю, переживания, связанные с разрывом отношений, испытывал каждый. Пример человека, который прошел через кризис, он может вдохновить других людей. Посмотрите, ребята, это вот так я прошел. Вдруг это откликнется кому-то, вдруг мой опыт может кому-то помочь. Ведь если я смог, то сможете и вы. Thank you.